дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорубська. І я рада вас вітати, залишайтеся біля телеекранів, тому що тема в нас актуальна, як завжди. І сьогодні ми говоримо про боротьбу з туберкульозом. Вже говорено, переговорено, але все ж таки ця тема залишається болючою для Миколаївщини. З цього приводу у нас сьогодні гість – це Баненкова Євгенія Олександрівна, обласний позаштатний фтизіатр. Доброго дня вам. Доброго дня. Євгенія Олександрівна, отже, зараз у нас місячник боротьби з туберкульозом, так? 24-го... Всесвітній день боротьби з туберкульозом, але ви та людина, яка бореться з цією хворобою давно і щоденно, і як ніхто знаєте, що в нас з цим робиться. Перш ніж ви розпочнете, я хочу звернутися до наших глядачів і нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, в нас є номер телефону 476337, він періодично буде з'являтися на ваших екранах, якщо у вас є питання до нашої гості з тої теми, про яку ми сьогодні говоримо, то звертайтеся, ми обов'язково відповімо. Отже, Євгенія Олександрівна, Миколаївщина довгі роки, на жаль, була лідером в... З високим рівнем захворюваності на туберкульоз. Так. Давайте для тих, хто не знає, чому причини цього, тому що дехто може сказати, що просто нічого не робимо. Так сложилось исторически, что южные регионы относятся к регионам с высоким уровнем заболеваемости на туберкулез. И с 91 года, с года независимости Украины, рост туберкулеза у нас начался, довольно сильный рост туберкулеза. Это казалось прежде всего перестройки, которая была среди населения, отдельного финансирования, самого здравоохранения. Вопрос очень сложный, потому что очень многие люди теряли работу, началась миграция. И практически туберкулез очень связан с реформированием, с революциями, с войнами, со всякими историческими событиями. И в том числе 90-е годы, это годы становления Украины, начало становления независимости. У нас на Украине началась эпидемия туберкулеза. Она охватывала не только Украину, все страны СНГ. Эпидемия – это когда уровень заболеваемости превысил порог заболеваемости по туберкулезу 1%. Пик припался на 2004 год по туберкулезу. И с 2004 года у нас в области идет плавное снижение туберкулеза. И основными индикаторами организационных мероприятий – это ежегодное снижение туберкулеза. И несмотря на то, что мы были лидерами, у нас заболеваемость была 140 на 100 тысяч населения, сейчас у нас цифры 67 на 100 тысяч населения. Ну, ці цифри не можуть не радувати, але все ж таки давайте, щоб не тільки цифрами говорити, просте елементарне в абсолютних питання. Числах. Ні, я про те, що просте питання, просте поняття, але дехто не зовсім розуміє, напевно, ну чув таке, ну є такий туберкульоз, там люди кашлюють, так? Але що це за захворювання, чому воно таке агресивне і в чому його небезпека? Ну, опасность в том, что туберкулезная микобактерия туберкулеза передается от больного человека к здоровому человеку. И среди кашляющих людей нужно и определить именно этих больных людей. Потому что если кашляет человек, он в ограниченном помещении, то практически он всех инфицирует. И 15% среди этих людей, которые близко контактируют, заболевают в течение года. А чому одні захворюють, а інші ні? Это связано с иммунитетом. Угу. У людей, если сильный иммунитет, человек ведет здоровый образ жизни, у него нет сопутствующих заболеваний, ритмичная трудовая деятельность, то есть и психологические, и материальное состояние его нормальное, то такой человек заболеть туберкулезом не может. Чи ми можемо тоді запевнити, що туберкульоз зараз – це хвороба тільки асоціальна? Ну, мы же то, что говорили за контактных людей, человечество не может быть, оно в едином обществе, поэтому любой человек, тот же употребляющий наркотики и болеющий туберкулезом, от его
убеждения, от его образа жизни зависят и окружающие люди. Если он ездит в общественном транспорте, если он посещает магазины и общественные места, то угроза состоит и передача обществу. Чому я задаю це питання? Тому що більшість людей вважає, що мене це не стосується, тому що я веду нормальний образ життя, що в мене все нормально зі здоров'ям, тому я слідкую за собою, я не вживаю алкоголь, наркотичні речовини, тому туберкульоз мене обійде стороною. Ну, любой человек не может говорить, что у него постоянно сильный иммунитет. Встречаются такие периоды, это стрессовые ситуации, это тоже ОРВИ, те же инфекции, сопутствующие заболевания, которые ослабевают иммунитет. И если в этот ослабевший организм встретится с заразным пациентом, то риск его заболевания будет высокий. Поэтому любой человек у нас, если воздушно-капельным путем передается инфекция, не защищен. Дякую вам за відповідь. Я нагадую нашим глядачам, що номер нашого телефону 476337. Ми чекаємо на ваші дзвіночки з приводу тої теми, на яку ми сьогодні спілкуємося. Отже, переходимо до наступного питання. Також воно нібито і зрозуміле всім, відповідь на нього, але все ж таки я хочу, щоб ви ще раз на цьому наголосили. Отже, у нас, якщо зайти в поліклініки, якщо зайти в лікарні, дуже багато агітаційного матеріалу щодо того, як визначити, коли мені потрібно звернутися до фтизіатра. Але я хочу, щоб ви на цьому наголосили, коли людина має замислитись над тим, що щось не так і потрібно обстежитись. У нас идет реформирование здравоохранения, при котором очень важным моментом является самосознание своего человека, каждого человека, что он здоров или он болен. На жаль, у нас люди очень поздно обращаются за медицинской помощью, но есть специальные анкеты для самоконтроля своего состояния, при котором сам человек может определить, действительно у него есть симптомы, характерные для туберкулеза. И с этими анкетами можно ознакомиться, они входят в стандарты лечения. Сейчас мы думаем, что в условиях месячника борьбы с туберкулезом мы более шире, в интернет выложим эту анкету, чтобы каждый мог определить эти симптомы. Ну, я, наприклад, я дуже така людина, яка дуже бере все на себе, і якщо я відкрию медичну енциклопедію, я знайду в себе всі хвороби. Давайте визначимо... Ну, я ж хочу перечислити. Так, визначимо симптомы. Конкретно, що це за симптоми. Прежде всего, это человек, у него появляется субфебрильная температура. Длительная температура, которая непостоянная. 37,1, 37,2 в течение дня, и эта температура длится месяц-два и больше, возможно, без всех других проявлений, кроме слабости, ночные поты, как интоксикация идет. Это может быть боль в грудной клетке непостоянная, это может быть снижение аппетита, снижение массы тела, потом присоединяется кашель может быть упорный, не проходящий через 2-3 недели, и вот как раз мы и нацеливаем, чтобы люди, у которых кашель больше 2 недель не проходит, в первую очередь обследовались на туберкулез. То есть кашель – это даже не первая ознака, так? Вы безусловно, безусловно. Вы назвали его уже после низких симптомов. Первое – это общий астенический синдром, синдром ослабления организма, который проявляется быстрой утомляемостью, снижением веса, отсутствием аппетита, периодической субфебрильной температурой и потовыделением, как интоксикация. Що людина приходить до сімейного лікаря? Що її очікує? Ну, прежде всего, у нас вся медицина сейчас стандартизирована. И у нас по туберкулезу есть наши локальные протоколы, которые все расписывают, что врачу делать, когда делать и как выходить на установление подозрения у человека на туберкулез. Первая важная роль – это скрининговая анкета. Вот эта анкета, при которой та же семейный врач может определить, обследовать этого человека по подозрению на туберкулез или нет. Потому что не каждый человек кашляющий, у этого человека может быть туберкулез. Определяет общие симптомы. Если у человека есть кашель, то исследуют мокроту.
И европейские стандарты – это подтверждение диагноза туберкулеза. Это нахождение микобактерий туберкулеза в мокроте. И, конечно же, это рентген-исследование. У нас рентген-исследование при обращении с выявлением, с какими-то жалобами. И второе – это профосмотры. Это периодические осмотры, при которых удается выявить туберкулез на ранних этапах, когда нет никаких симптомов. И дальше, если нет подтверждения микобактерии туберкулеза, то семейный врач проводит лечение просто как неспецифический процесс, как пневмония. Лечит банальную пневмонию. И только после того, как пневмония не излечивается, то есть при рентген-контроле остаются такие же изменения, динамики нет, идет подозрение у человека на туберкулез, но не заразный, без бактериовыделения. Идут уже направления к фтизиатру, где фтизиатр дополнительно исследует. И есть у нас в области, конечно, это генномолекулярное исследование, которое находится в лаборатории облтубдиспансера. Там идет подтверждение этого туберкулеза генномолекулярно в 98% случаев. Даже если микобактерию туберкулеза не удалось вначале выявить. И этот человек уже назначается лечение, определяется комиссией, и он лечится по стандарту. Но тоже у нас новшество, потому что у нас внедрены амбулаторные модели лечения. Если пациент не заразный, он, как любой человек, имеет право на амбулаторное лечение без госпитализации на стационарное лечение и без изоляции. Такой пациент вправе лечиться дома, в своей привычной обстановке, и, говорят, даже дома и стены помогают. Скажите, пожалуйста, якщо вчасно починати лікувати туберкульоз, скільки відсотків виліковності цієї хвороби? Ну, надо сказать, что если мы снижаем заболеваемость туберкулеза, то у нас вторая составляющая эпидемии – это устойчивый туберкулез, который обычным препаратом, которые были на рынке и очень долго использовались, не имеет уже чувствительности. Этот резистентный туберкулез среди впервые выявленных 25%, то есть каждый четвертый уходит на лечение длительное, очень тяжелое лечение препаратами с большими токсическими действиями на 20 месяцев. Если простой туберкулез чувствительный, лечится 6 месяцев. И таким туберкулезом может заболеть человек, который контактировал именно с устойчивыми формами туберкулеза, с пациентом. А на сколько процентов вылековывается? Практически у нас чувствительный туберкулез излечивается на 85-90% чувствительный туберкулез. Резистентный туберкулез в недавнее время это было 47%. Сейчас у нас показатели выше, это уже 75%. Это мы приближаемся к стандартам, но это только за первый год. К сожалению, за второй год у нас многие пациенты не выдерживают лечение, бросают лечение, не могут выдержать этот срок 20 месяцев. И к концу мы приходим до 47-50%. Від чого залежить, от крім того, що кидають лікування пацієнти, ефективність виліковування? Ну, пожалуй, самое главное – это контролированное лечение. Это осознание пациента, что он должен принимать длительно препараты и их действительно пить. Потому что туберкулез через 20 дней после назначения лечения, адекватного лечения, симптомы очень быстро исчезают, и человек себя чувствует относительно здоровым, и он не понимает, почему ему нужно еще 5-6, а то и все 18 месяцев лечиться. И в этом главная беда, потому что микобактерия, она имеет различные формы, устойчивая, она видоизменяется, и она затихает, и практически туберкулез становится как хроническое заболевание. А зараз ми говоримо тільки про туберкульоз легенів, чи взагалі? В основном в эпидемическом плане очень опасен туберкулез легких. Ну, конечно, и встречается и внелегочной туберкулез. По статистике, мировой статистике, он зависит от количества ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, потому что это вторая составляющая эпидемии. Это ВИЧ плюс туберкулез. Потому что мы знаем, что ВИЧ-инфицированные люди, у них резко снижается иммунитет, и на фоне снижения иммунитета, безусловно,
условно, они заболевают туберкулезом. И самое страшное, что среди них очень большая смертность. Она превалирует, чем смертность у чистого туберкулеза. И у ВИЧ-ассоциированного туберкулеза тут еще второй момент при излечении – это выявление туберкулеза ранее, потому что внелегочный туберкулез очень тяжело диагностируется. Все годы готовят в основном специалистов по легочному туберкулезу, а внелегочный туберкулез должны знать специалисты профильные, допустим, травматологи, лор-врачи, окулисты. К сожалению, у нас еще здесь есть пробелы в обучении наших врачей вот, вопросам туберкулеза. Ну, як кажуть, що будь-яку хворобу легше попередити, ніж вилікувати, так? І тому зараз давайте з вами поговоримо про профілактику. Отже, що робиться для того, щоб ті ваші показники знижувалися? Ну, если брать, у нас профилактика бывает специфическая и неспецифическая. Специфическая профилактика начинается еще в роддомах. Это вакцинирование вакциной БЦЖ. В 7 лет ревакцинирование идет тем, у кого туберкулинная диагностика, тест показывает, что антитела в организме не образуются, и такой организм стерильный, свободен от микобактерий туберкулеза, поэтому вводят ослабленную вакцину, чтобы выработать искусственную защиту. Кроме того, и является профилактика, это и назначение химиопрофилактического лечения нашими туберкулезными препаратами. Проведены исследования, доказательная медицина сейчас определила, что возможно лечение изонеазидом 6 месяцев. Сейчас уже идут новые схемы, буквально они сейчас обсуждаются. Я думаю, с сентября уже будут другие схемы профилактики. Это будет 2 препарата на 3 месяца. Ну, это второй вариант. Кому он больше годится, это тем же ВИЧ-инфицированным, у которых ослаблен иммунитет, и лица, которые постоянно находятся в контакте. Угу. Это контактные с микобактерией туберкулеза, с возбудителями, которые находятся в очаге туберкулезной инфекции. И неспецифическая профилактика, она заключает очень много профилактики. Это санитарное просвещение, это социальная профилактика, это поддерживание гигиены жилища, гигиены общественных мест. И в основном все направлено на здоровый образ жизни и укрепление своего иммунитета. Ну и санитарное просвещение. Люди должны знать, что от них очень много зависит в борьбе с туберкулезом. А взагалі туберкулез, він полюбляє яке? Там, наприклад, повітря вологе, сухе. Де він передасться скоріше? Темні, сирі помещення, де капає вода, де нету сонячного світу, де є паралельно плесень, грибкові различні заболівання. Вот это любит туберкулез. И скучность большая. Ну, одним из примеров это тюрьмы, где заболеваемость на туберкулез около 10 раз выше, чем в обычных гражданского населения. И, конечно же, там, где есть бедствие, это война, где есть неблагоприятные условия, отсутствие воды, отсутствие света и всего прочего, проветривание помещений. Еще хотела бы спросить про профилактику туберкулеза среди детей, и чтобы вы еще раз нам рассказали и пояснили, что такое эта реакция манту, которую делают детям. Реакція манту. Тому що деякі батьки непросвічені, вони вважають, що це прививка від туберкульозу. Нет. Сам туберкулин – это продукты жизнедеятельности микобактерий. Для того, чтобы вызвать у человека аллергическую реакцию, что что-то не так, что-то где-то чужое. И вот если продукты жизнедеятельности вводят, и организм сразу дает эту реакцию в виде папулы, может быть, другие проявления, это говорит о том, что микобактерии туберкулеза уже вошли, и человек, ребенок ознакомился с этой инфекцией. Он знает, и у него есть защита антитела, которые вырабатывают специфически местную реакцию на введение туберкулина. Если туберкулин при введении дает нам пробу манту отрицательную, это говорит о том, что организм ребенка не защищен от инфекции. Он никогда не встречал микобактерии туберкулеза на своем пути –
и у него нет антител. И действие вакцины направлено на то, чтобы создать антитела в организме ребенка. Если таких антител нет, то, конечно, ребенок, если он попадет в среду с заразным человеком, который выделяет микобактерии туберкулеза, он может заболеть и заболеть очень распространенной генерализованной формой. Сама вакцина – это ослабленной микобактерии туберкулеза, которые вызваны дать вот этот иммунный ответ. И вакцина сама, если поместить этого ребенка в очаг с заразным человеком, не гарантирует, что ребенок не заболеет, но он заболеет менее локальной формой, потому что у него уже есть антитела, они сразу начинают бороться с возбудителем. А теперь еще раз пояснюємо. Отже, оця папула, так називається, добре чи погано, коли вона занадто велика і коли її взагалі нема? Существуют, конечно же, критерии, при которых мы говорим, если ее вообще нет, это плохо. Если она есть, это нормально, это иммунитет работает. Если она большая, это говорит о том, что постоянно вырабатываются антитела, значит, ребенок где-то постоянно встречается с источником инфекции. И это тоже плохо. Надо обследовать тогда ребенка. Может, еще и взагалі нема, почему погано? Ну, потому что организм стерилен, у него нету защиты, у него нету воинов. И при встрече с инфекцией, возможно, сразу прорыв и генерализованная инфекция, вплоть до развития менингитов, менингоэнцефалитов и генерализованных форм поражения всех органов и систем. Что делать батькам, если им сказали, что что-то не так с реакцией МАНТУ? Им нужно слушать, что говорит врач, потому что читает пробу МАНТУ обученный врач, который назначает обследование, определяется, если это положительная штука, проверяет, конечно, сверяет, что было, когда была прививка сделана, это определяет либо постпрививочная может быть реакция, либо связана с постоянной встречей инфекции, инфицированием и латентной инфекцией. Если это действительно латентная инфекция, отсутствие рядом человека, который заражает ребенка, то назначаются химиопрофилактические курсы и общее оздоровление. У нас есть специализированные садики, специализированные санатории, где усиленное белковое питание, поливитамины для этого организма. Скажите, пожалуйста, если вот в доме, так, в семье выявился в дорослого, в дитини, в когось туберкульоз, что робити семьи, как поводити себе дома, ну, які профілактичні заходи можна вжити для сім'ї, якщо хтось один із членів все ж таки захворів? Ну, берется очаг туберкулезной инфекции. Зависит от того, какая форма у заболевшего человека. Он выделяет микобактерии или не выделяет. Если этот не выделяет, то исследуется, проводится эпид-расследование для возможности установления источника инфекции. Это и работа, в зависимости от того, где бывает человек, какие у него друзья, кто к ним приходит. Это целый алгоритм выявления вот этих связей, выявления источника инфекции. Если человек выделяет микобактерию туберкулеза, то приходит патронажная сестра, всех обследует контактных, назначает специфическое лечение профилактическое, о котором мы говорили, и определяет, что нужно почистить помещение, убрать помещение, как обрабатывать посуду, как это все провести дезинфекцию помещения. И идет наблюдение этого очага. Если бактерию-выделитель, он наблюдается около года. Если человек этот бактерий-выделитель, да еще с очага мультирезистентного, больше 2 лет, там свои все прописи. Но практически все контактные должны прислушиваться к мнению врача, потому что он определяет степень и угрозу заражения каждого человека, инфицирование, выявляет латентную инфекцию, проводит специфическое лечение. Що ви порадите нашим глядачам, що робити для того, щоб запобігти захворюванню туберкульозу? Такий підсумок правила, скажімо, зробимо. У нас месячник идет под гаслом таким, как «объединяемся, чтобы ликвидировать туберкулез». И это очень правильно, потому что нужно не оставаться один на один. Нужно прислушиваться к мнению врачей. Нужно, если сейчас
все занимаются физической подготовкой, укрепляют свой иммунитет, ведут здоровый образ жизни, бросают курить, умеренно питаются, то все это делать надо, потому что это здоровье самого себя, и надо думать в первую очередь о тебе. Никто тебе не даст здоровье, и ни за какие деньги здоровье нельзя купить. Поэтому я пожелаю всем придерживаться правил здорового образа жизни, хорошо питаться, в условиях любых никогда не унывать, быть оптимистом и быть здоровыми. Дякую вам, що сьогодні Дякую. Були з нами. Отже, я ще раз вітаю нашу гостю Бененкова Євгенію Олександрівну, обласний позаштатний фтизіатр. Будьте ви здорові, дякую, що прийшли до нашої студії. Нашим глядачам також бажаю здоров'я, як ви почули, сказав лікар, то від нашого настрою залежить наше здоров'я. Отже, доброго настрою вам, до побачення. До побачення.